Сегодня у меня очень важный видеоролик. Главное, что поможет действительно вам справляться с онкологией. Я снимаю ролики после того, как провела какую-либо консультацию психотерапевтическую и нутрицептическую. То есть я психолог, медицинский нутрициолог. И сегодня мы с вами говорим про классную тему исцеления от онкологии, и скорее не исцеления, а даже ее профилактика. Поговорите с вашим лечащим врачом, прежде чем что-то создавать в своей жизни. Могу сказать, что человек, которому удалось полностью исцелиться от онкологии, очень-очень серьезно занимался вот какими вещами. Первое. Длительное голодание, которое помогло исцелиться от онкологии, это супер важно. Другой момент. Протокол питания тоже супер важно. Протокол питания, в котором есть продукты, блокирующие скот, это супер важно. Они убивают онкологические клетки. Это брокколи, проростки брокколи, лук, чеснок. И чтобы они были качественные, очень важно кушать их сырыми. В качестве источников белка можно кушать рыбу, которая не провоцирует воспаление, сардины, можно кушать яйца. И очень важно кушать много омега-3, больше, чем омега-6. Другой момент, если мы с вами говорим про противораковые свойства, то, конечно, зеленый чай это супер тоже средство. И другой момент, если мы с вами говорим, что самый-самый важный способ исцеления от онкологии это периодическое голодание. И ингибитор СКОТ самый лучший способ, который воздействует на онкологические клетки. Онкологические клетки есть абсолютно у всех, но у кого-то их слишком много, и у кого-то они прям серьезно-серьезно процветают. И когда мы с вами говорим про различные виды онкологии, то его обычно вызывают курение, ожирение, токсины, дисбактериоз, мясо на гриле, другие вещи. Очень важно работать с периодическим голоданием, с пребиотиками, соблюдать суточную норму белка, придерживаться качественного питания. И если вам полезны мои ролики, то ставьте лайк. Я могу сказать, что супер важно работать с движением и помимо этого работать с факторами, влияющими на детоксификацию. У меня, например, у самой был долго вирус Эйнштейн-Барр, вирус папилломы. И это тоже не очень хорошие вещи, которые могут привести к неприятным последствиям. Что делать? Первое. Соблюдать еще раз интервальное голодание. Тренироваться. Употреблять пробиотические продукты. И принимать витамин D. Это супер важно. Микрозелень, крестоцветный. В них очень много сульфорафана, который профилактирует развитие онкологии. И это будет то, что создаст вам качественную работу с вашим микробиомом и с вашим состоянием. Подписывайтесь на мой канал. Жду вас в онлайн-консультациях, в своих прямых эфирах. И до новых встреч. Онкология еще, честно, бывает на обиде, на злости, на депрессии, на гневе, на тех чувствах, которые вы не можете выразить, и они не дают вам никакого покоя. И да, временно можно что-то гасить, можно чем-то себе помогать, и можно как-то себя вытаскивать. Поэтому работайте со своим состоянием, любите свою жизнь и передавайте это видео тем, кому оно нужно.